пинцет нарисован, это с зажимом, это вот режим ножа разрезать. Это когда через пинцет коагулируешь. Хирург областной онкологической больницы Александр Денисов, демонстрируя новый прибор, уделяет особое внимание его техническому оснащению. Раньше для удаления опухоли приходилось делать разрез в 20 сантиметров. Теперь достаточно просто прокола. Пинцет входит в полость легкого, захватывает новообразование и вытягивает его наружу. Восстановление после такой операции проходит гораздо быстрее. Через 3-4 дня пациента можно выписывать. Также с помощью аппарата можно проводить дополнительную диагностику. Данная стойка позволяет выполнять диагностику при торакоскопии, то есть введение оптики через небольшой разрез и взятие материала для исследования, а не делать опять же большой разрез. То есть это, конечно, сейчас во всем мире и у нас в России это, скажем так, то, к чему нужно всем стремиться, и сейчас все стремятся выполнять операции именно торакоскопические, это во всем мире. Ну и открытые операции, конечно, тоже не исключаются, потому что не все 100% можно сделать торакоскопически. Но значительная часть больных, конечно, можно будет оперировать уже с помощью новой техники. Новый комплекс повысит качество и доступность проводимых операций. Немецкий аппарат стоил более 6 миллионов рублей. Его приобретали за счет средств фонда обязательного медицинского страхования. В январе этого года подобный прибор поступил в онкобольницу для лечения органов брюшной полости. В настоящее время приобретено оборудование на сумму около 83 миллионов рублей, 17 учреждений, в том числе для онкологической больницы приобретено оборудование на сумму около 13,5 миллионов рублей. Смертность от рака легкого идет на первом месте среди онкологических заболеваний. Причина – поздняя диагностика. Правительством области предпринимается ряд мер, повышающих качество услуг. Это и оснащенность медучреждений новым современным оборудованием и повышение квалификации врачей. Уже есть планы и на следующий год. У нас же онкология – это одно из направлений национальных проектов. У нас региональная программа, поэтому мы получим на следующий год за счет федеральных средств новые линейные услуги. Ускоритель, очень высокотехнологичное оборудование. Для этого мы в областном бюджете заложили, предусмотрели 18 миллионов на ремонт соответствующих помещений для размещения этого ускорителя. И в последующем мы получим еще два таких. По договору между нашей онкобольницей и японской клиникой ярославские врачи на регулярной основе ездят в Поднебесную для обмена опытом. Наталья Антонова, Денис Сахаров. День в событиях.